Прокуратура! Это что, налет? Это экспроприация. Берем только лишнее. Никакие цацки не стоят человеческой жизни. Он анархист-идеалист. Людей жизни лишает принципиально. Мочить всех, кто там есть. Братва! Палим всех! А дяди Коли слыхали? В Петрограде сейчас всем заправляет. Говорят, работа для нас есть. И приветствую вас в нашей большой и дружной семье. Благодарю. Витька, живой! Врангеля разбили. Теперь очистим город от преступного элемента. Обыскать каждый угол! Сейчас в городе власть меняется. Будешь платить мне каждую неделю, или я просто поставлю тебя к стенке. Чей это ресторан? Дядь Коля. Тобольска. Расследовал серию зверских убийств молоденьких девочек. На тебя только надежда, миленький, спаси меня. Опять он приснился, да? А вы не знаете, что зерно, которое мы сегодня бомбанули, пустят на самогон? Да это вы о нем ничего не знаете. Это днем он поэт, а ночью... Почитаешь нам стихов-то, Бога отдам. А любовь нашу никому не отдам. Я знаю, кто вы. Так что вы собираетесь делать дальше?